Итан, Сиригаса, спокойный. Мы не больно. Вот зека. Принесу, мне нужно проночевать. Нагыз түбет. 32 сантиметр бас. Маңдайы 19.5. Шымкенттен келген ба? Чистый аварикет. Гайдибек ауданынан келді ма? Все промеры сделаны. Гайдибек ауданынан келіп отыр. Иттің иесі Естай. Ну вот он, да, самый наиболее. Несмотря на то, что у него немножко грудная кость, немножко не там, что выходит. Немножко. Из-за худобы, я думаю. А? Не из-за худобы? Нет, нет, это анатомическое. Немножко должно быть ниже. Да, формата немножко еще не хватает. Но самый такой по индексам и по линиям, и по... Это самое, самый интересный он кобель, самый породно смотрящийся из всех. 17, сука, там, да? 17, да? 16,5. О, хорошо. А, такой... а рост какой у него? Он где-то, наверное, 70 там с небольшим, наверное, совсем. Апсоус. Апсоус. Все, давай зубы хоть гляну у него зубы хоть. Я ни разу ему зубы не смотрел. Ага, отсюда. А у него зубов нету нифига. Клыки только остались. Только клыки, даже и непонятно чего. Ну, нельзя сомкнуть, да, ему никак сомкнуть зубы. Ай, нет, не можем, зубов нет. За отсутствием зубов посмотреть не можем. Старый, да? Ну, возрастной кобель. Где-то 6,5. Не старый, но... Рановато зубы, где-то пообломались все почему-то спереди, через сы. Но клыки на месте. 16 аяг, я? Ну, вот более такой вот, наиболее всех вот к породе близкий. Близкий к породе, да? Да, наиболее близкий к породе, вот он, наверное. Из всех собак здесь у нас. Ну, заметьте. Ну, конечно, по идее, чуть подлиннее бы ему быть и поглубже. Где-то уже был бы совсем близко. И по голове немножко линии более выраженные были бы, пожестче такие. И было бы вполне неплохо.